На 8-ю Диаспартакиаду прибыли юные спортсмены в возрасте от 9 до 14 лет из 7 регионов страны. К каждой команде участницы прикреплен специалист в области эндокринологии, задача которого – ежедневно измерять у детей уровень глюкозы в крови и следить за здоровьем ребят. Диаспартакиада проходит в рамках Всероссийской образовательной программы для людей с сахарным диабетом. Каждый день – это ваш день. Диабет – это не тяжелое инвалидизирующее заболевание, как иногда говорят со сцены, вот, да. А это не приговор, да, это нормальная жизнь, она немножко другая, это определенный образ жизни, когда человек должен измерять свой уровень сахара, он должен вводить инсулин. Если человек этим овладеет, то ограничений больше нет. Все эти мифы про питание ушли, что там это нельзя, это сладкое нельзя, мороженое, пирожное. Все можно на инсулине. Сегодня современное лечение и активный самоконтроль, по сути, дают возможность мечтать о дерзких свершениях и открытиях. Сахарный диабет первого типа – это в любом случае испытание для детей и подростков. Благодаря такому проекту ребята с заболеванием доказывают прежде всего самим себе, что диабет – не препятствие на пути к успехам и победам. Мы подружились с командой. Ребята очень хорошие. Как-то не думаю об этой болезни и думаю, что все будет хорошо, все очень отлично. Такие лагеря дают знакомство в разных городах с разными людьми, которые можно пообщаться, порассказывать разные истории жизни с диабетом, также поделиться опытом с этой болезнью, как они борются другие люди с ней. Работа Диаспартакиады продлится до 16 июля. Ребят ждут спортивные и интеллектуальные программы, мастер-классы, творческие конкурсы. Все мероприятия станут этапами одной большой игры под названием «Машина времени». Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.